Мои дорогие, как ваш персональный стилист, я прошу вас сейчас пристальнее присесть и внимательнее посмотреть на наш следующий лот. Как вы уже заметили, дорогие друзья, итак, это хит нашей модной рубрики. Вы сегодня выбираете для себя очень стильную и удобную обувь. Посмотрите на наши полусапожки Сандер. Размеры у нас пока есть от 36 до 41 цвет, но насколько их хватит, я гарантии дать уже не могу. Ну что ж, мои дорогие любители камней. Вы только посмотрите, вот лично я никогда и нигде не видела, чтобы такие полусапожки так были красиво украшены. Но я хочу заметить, что у черного варианта у нас стразы, а именно у бежевого, обратите внимание, у нас вышивка. И сейчас вы будете ее наблюдать. Посмотрите, какая красота! Зимние сапоги по такой цене – это находка. В любом магазине можно зайти и увидеть, что цена будет гораздо-гораздо выше. Но... Ну что ж, мои дорогие, вот лично я родилась в той местности, когда действительно я носила только резиновые сапоги, потому что у нас было очень грязно. И сейчас я с гордостью предлагаю нашим модницам выбирать качественную и красивую обувь. И прямо сейчас мы поговорим с вами о качестве наших полусапожек. Давайте посмотрим сейчас на материал, который в последнее время заслужил доверие и любовь не только наших покупательниц, но и прежде всего дизайнеров. Почему все в один голос сейчас выбирают эко-кожу? Давайте посмотрим сейчас на этот материал, и именно он является очень прочным. Как известно, осенью и зимой мы все часто сталкиваемся с вами с лужами, с грязью. Давайте посмотрим и проверим сейчас наши полусапожки. А для этого мне понадобится сухая салфетка, которую я буду класть внутрь моих сапожек. И сейчас я эти полусапожки буду класть в воду. Разворачиваю к вам тазик с водой, салфетку внутрь, посмотрите, вот она плотно. И, внимание, я шагнула в лужу. Обычно что происходит с нашей обувью? Ножка сразу становится сырой. Что же происходит с нами? Считаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5. Я наклоняю носочек для того, чтобы больше воды захватить. Что происходит с нашей обувью? Давайте прямо сейчас проверим. Проверим, потому что в обычной ситуации наверняка бы у нас уже были мокрые ножки, а это, конечно же, некомфортно, это возможность просто заболеть. Ну что ж, готовы, мои дорогие? Давайте прямо сейчас вместе будем рассматривать с вами салфетку. Ни одной капли. А это значит, вот так же сухо и комфортно вы будете чувствовать себя, дорогие мои, в самое сырое время года. Посмотрите, на салфетке ни одной капельки, а наши ножки находились, как представьте себе, как в луже. Во многих регионах нашей необъятной родины погода непредсказуема. То дождь, то зной, то слякоть. Хотите защитить свои ножки? Хотите почувствовать комфорт, тепло и уют? Это зимние сапожки. И пока у вас есть выбор двух цветовых решений, не откажите себе в комфорте и позаботьтесь о том, как вы встретите зиму уже сейчас. Свет, ну мы поговорили о влажности, мне вот интересно такой вопрос. Когда наступит зима? При какой температуре минусовой мы можем их совершенно спокойно носить? Ну что ж, мои дорогие, а для этого я приглашаю вас заглянуть внутрь, чтобы ответить на ваш вопрос. Что мы видим внутри? Мы видим, дорогие друзья, мех. А сейчас на ваших экранах наша модница Люба примерила на себя не только полусапожки Сандер, а еще, дорогие друзья, полностью образ для прохладного времени года. Никакая осень и зима нам не страшны. Ведь не только наши ножки будут закрыты, а еще и верх. Посмотрим на наши надежные полусапоги. Арина, ты заметила, какая у нас рифленая надежная подошва? А ведь это очень важно. Да, я уже обратила внимание. Я часто подошву сравниваю, так как я автомобилист, с шиной для автомобиля. Вот если у вас надежная... Шипованная или не шипованная? Или да, значит, какая будет устойчивость на дороге. Если все хорошо, значит, никакой гололед нам страшен уже не будет. Ну что ж, дорогие друзья, в данном случае у вас все будет хорошо. Вы только посмотрите на эту рифленую поверхность. А если вы сейчас приглядитесь, то вы увидите, что наши зубчики заходят друг на друга, они подходят друг к другу. И именно это будет защищать вас от скольжения. Даже на каблучке, Свет, вот рифленая подошва в области каблука, выполненная немножко отдельно, я такое вижу впервые. Действительно. Между прочим, дорогие мои, наши полусапожки
сапожки Сандры идеально сядут на ваш размер. От 36 до 41 вашим ножкам будет очень комфортно. Давайте сейчас посмотрим еще на одну проблему, которая очень часто встречается среди наших модниц. Вот лично я сталкиваюсь с ней регулярно. Если я выбрала неправильную для себя обувь, я ее уже никогда не надену, потому что мне дискомфортно. Мои ножки начинают чувствовать себя очень нехорошо. Что происходит с нами? Давайте еще раз посмотрим на ваш утеплитель. Это мех. Обратите внимание, насколько он мягкий. И напоминает он мне плюшевую игрушку. Да, действительно, посмотрите, насколько он мягкий. Свет, я его даже потрогать хочу. Посмотрите, как ворсинки двигаются. Вот создается сразу эффект, что вы одели... Да, или теплые плюшевые домашние тапочки. Вот когда ножкам невозможно комфортно. Наши зимние теплые сапожки, которые не боятся ни мороза, ни влаги. А это очень актуально во всех регионах нашей родины. Цветной дизайн. Еще раз хочу к нему привлечь внимание, потому что в черном цвете у нас украшение в виде камней. В светлом цветовом решении у нас здесь именно вышивка. Арина, а что я еще здесь нашла? Обратите внимание, мои дорогие, я выверну и покажу вам. Вот еще один плюс. Если вы не можете подобрать для себя сапоги, если ваши ножки склонны к отечности, они у вас полные, посмотрите, что у нас есть. У нас есть эластичная лента, которая будет вас обнимать. И, между прочим, ваше кровообращение не будет нарушаться. У меня у самой склонность к варикозу, и я знаю, что это такое, когда сапоги сковывают вас, и вам хочется поскорее их снять. Здесь вы будете ощущать только комфорт, потому что эти сапожки сядут по вашей ножке. Не хотите отказывать себе в комфорте, но у вас были проблемы с выбором обуви, вам сложно найти свой подъем, свою посадку. Но какая женщина захочет отказаться еще и от красоты? Не нужно этого делать. Подключайтесь к нам. Шоп-н-шоу. Свет, ну хочется спросить о размере, потому что как правильно выбрать свой? Бывает, что если широкая стопа, нужно взять чуть на размер побольше. Какая у нас ситуация здесь? Давайте посмотрим сейчас на наши полусапоги и заметим тот момент. Если ваши ножки склонны к отечности, вы страдаете нарушенным кровообращением. Именно в этом случае я рекомендую вам выбрать на размер больше. Вы всегда можете надеть теплые носочки, возможно, которые связали собственными руками из натуральной шерсти. Обратите внимание, если у вас высокий подъем, но узкая нога, я рекомендую выбирать вам размер в размер. Если ваши ножки склонны к отечности и к полноте, вверху ваша ножка полная, выберите на размер больше. Я хотела тебя спросить, извини, пожалуйста, какой цвет ты бы себе выбрала? Я бы для себя выбрала светлый, который мы сейчас видим на Любе. Мне такая вышивка напоминает русские мотивы, а это сейчас невероятно актуально. Согласна. Но и черный классика с камнями, это, конечно, тоже решение. Напомню, что полусапоги Сандр уже стали лидером продаж на нашем сайте Shop&Show. Вы свои покупки можете делать на нашем сайте или в прямом эфире. Прямо сейчас позвонив по бесплатному номеру. А вот я, дорогие друзья, выбрала сегодня для себя именно черный цвет, потому что я сегодня выбираю мой любимый костюм Олеся. Обратите внимание, дорогие модницы, что полусапоги Сандр будут идеально смотреться не только с брючным ансамблем, но и с юбками, и с платьями, и, конечно же, с самыми элегантными костюмами.